Специально к двум сессиям наш телеканал подготовил серию репортажей на службе у народа. Сегодняшний сюжет посвящен депутату ВСНП Джао Пину из провинции Шэньси. Он десятки лет работает слесарем в авиастроительной промышленности, но в центре его внимания находится не только развитие отрасли, но и благосостояние земляков. Видите, мы поставили здесь простую розетку, потому что соответствующей инфраструктуры нет. Если вдруг один мопед сгорит, то сразу загорятся остальные. Эти кабели сплетены, как паутина. Просто ужас. У нас и управляющей компании нет. У входа в каждый корпус мы поставили огнетушители. Но их клепки постепенно расшатались, и огнетушители потерялись. Нехватка соответствующей инфраструктуры и управления в жилых домах. Проблемы, с которыми часто сталкиваются старые микрорайоны. Для жителей это не просто неудобно, но и опасно. Таких жилых комплексов только в провинции Шэньси больше 8 тысяч. И более 2800 из них относятся к категории очень пожароопасных. Общаясь с жильцами, Джао Пин понял, что основная проблема заключается в распределении ответственности. При обновлении города требуется реконструкция старых микрорайонов, а также решение вопросов с нехваткой ресурсов для ремонта и управления ЖКХ. Сейчас главный камень преткновения – неясность при распределении ответственности между правительственными органами. Четкое разделение ответственности. Именно с таким предложением Джао Пин принял участие в нынешних двух сессиях. Кроме того, как специалист в сфере авиастроительной промышленности, он также предложил придать новые импульсы этой отрасли. Среди наших продуктов – ближнемагистральные самолеты МА-60 и МА-600, а также самолет для искусственного вызывания осадков, гражданский грузовой самолет и другие многофункциональные летательные аппараты. Но в отрасли все еще есть очень много технологических барьеров, для преодоления которых требуется больше ресурсов, рабочих сил и времени. Точно. В таком случае нам нужно сотрудничать с другими государственными или частными предприятиями, чтобы вместе обеспечили целостность нашей цепочки поставок. Мое предложение – повышать качество производства оборудования авиастроительной промышленности, делать ее более интеллектуальной, а также продвигать высококачественное и здоровое развитие нашей отрасли и, в конце концов, сформировать новую отраслевую модель с китайской спецификой. Мечта Джао – сделать жизнь земляков счастливее и превратить авиастроительную отрасль в опору экономики страны. Он уверен, что его предложения найдут позитивный отклик. Ван Икунь, CGTN.